ребятки. Всем привет. Вот как обещал, но не получилось так, как обещал. Сегодня другая работа у нас. Позвонили, сегодня суббота. Нет, не пили мы обратно яблони, чистим сады, работают. И хрена, короче, нету особо тут времени. Короче говоря, вот пилы. Тестировали мы их сегодня, пилили всеми. Видите, в каком они состоянии. Не знаю, видно там будет на видео. Не видно. В таком они время. Ребята, ну вот эти результаты, которые я выложу там немножко. Ну, во-первых, ну, сами видите здесь, какие слэбики. Вот, пилили мы сегодня слэбики. Ой, слэбики. Вот, вот такие вот шайбочки. Такие. Ну, короче, как-то так. Ну, неудобно пилить здесь, никак дома. Здесь нет у меня никакого стенда, чтобы ровно аккуратно стать здесь. Все на коленках, видите, в деревне тут недалеко под городом. Работы много и нету тут особо времени заниматься именно этими тестами. Ну, посмотрите там, что получилось. Если я все-таки сделаю, потом еще тест сделаю на скорость пиления, именно уже где-то в городе я найду такое место, поставим стойки, положим бревно, чтобы все ровно, мне было удобно стоять. И, короче, как-то так. Сегодня все в полевых условиях, как-то вот получилось так. Ребята, ну все пилы, сегодня все, видите, в каком состоянии. Сегодня мы работали всеми, пилили, еще работа сегодня есть. Короче, как-то так. Ну, все пилы в работе себя показали классно. Все то, что я от них ожидал, они показали. Как я говорю, всем этим пилам, всем, вот есть место абсолютно в линейке компании Husqvarna. Это... не знаю, это вот моя 550-я пила, вот он. Вторая упала. Короче, она, конечно, все-таки, как я вам и говорил, она легкая, она более универсальная, 3-киловаттная пила. Ну вот само то для такой работы, честно вам скажу. 562-я, понятно, тоже я в нее влюбился, не знаю, может быть, конечно, и может быть я бы себе бы как одну, ну не знаю, нет, ну все-таки я говорю, все пилы крутые, классные, всем есть место здесь. Это ставлю, там сегодня валил как одно дерево, там просто, ну тоже оператор, у меня тут сегодня, ну, метусня, тут люди, я как бы так, знаете, еще не очень так немножко стесняюсь снимать при людях, тут, короче, куча дел, куча работы, и поэтому, ну, как-то так. Ну, постарался для вас там попилить немножко, повалить тут, ну, на видео там одно дерево, как я валю, сняли, яблоньку такую приличную по размеру. Я его попилим еще, и орех с вами попилим, я думаю, что меня не заберут еще эти пилы. И здесь тоже, вот в этой же деревне, тут есть еще одно место, где тут, ну, надо поработать, там есть и орех, но просто уже сегодня нету времени на это все, и завтра, в воскресенье, мы не работаем. Ну, в общем, как-то так, пока что как-то так, но скоро я сделаю еще ролики по работе этими пилами. Что я вам еще сказать? Ребята, сейчас вот быстренько пробегусь, ну, работал, сами видите, вот в одежде, как обычно, в своей. Вот, пользуемся вот такими валочными клиньями в работе, тут у меня их много, но это чемпионовские, на Husqvarna-овские, к сожалению, у меня пока не хватает финансов. Ну и в общем такими всяким разными. Шлем Husqvarna, что-то 572 сегодня не хочет стоять. Также, ребята, сразу, да, еще скажу, чтобы не забыть, я для любителей техники, в частности Husqvarna, создал отдельную инстаграм-страницу себе. И вот где-то здесь она сейчас будет написана. Подписывайтесь на инстаграм-аккаунт. Там будут короткие ролики работы с пилами, короткие ролики с новинками, потому что, само собой, мне компания Husqvarna не будет давать постоянно технику, какую-то там дорогую, но, возможно, я смогу к ним приехать в гости, что-то поснимать им хотя бы так, стендово, так скажем, то есть все будет в инстаграме, что-то будет на ютубе, что-то будет на инстаграме, то есть все короткие ссылки, анонсы видео новых, все будет вот на этом инстаграм-аккаунте. Подписывайтесь, короче, на инстаграм. Итак, по вопросам основным я просто хочу пробежаться еще быстренько.
Ребята, вот те, кто пишет, что я там реклама, там туда-сюда, там продался кускварни, все реклама. Ребята, ну неужели вот вы реально думаете, что мне такая крупная компания, как компания Кускварна, да, у которой есть амбассадоры, члены команды Кускварна, так называемый Кускварна Тим, у них есть своя как бы спортивная команда для темперспорта. Вот неужели вы думаете, что они будут платить деньги какому-то там, грубо говоря, блогеру, да, у которого 200 подписчиков на канале? Ну, ребята, не смешите. Просто я, наверное, еще из тех идиотов, которые хочет чем-то помочь людям, понимаете? То есть у меня как бы есть сейчас возможность финансово купить какую-то пилу, да, и чтобы вы посмотрели и не рисковали просто как вот раньше своими финансами, то есть проводили эксперименты со своими деньгами. Я просто ради того, чтобы помочь кому-то определиться с выбором, снимаю эти ролики. Никаких мне поблаж... Ну, понятно, что мне там где-то подарили кепочку, там одну, вторую, там, да, мне там делают небольшие скидки там на технику, да, это понятно, да, но никаких там преференций, там огромных скидок там и всего остального мне компания Кускварна не делает. И я думаю, что вряд ли будут делать, потому что, ну, они, люди занимаются бизнесом, им нужно зарабатывать деньги, а не спонсировать. Да, иногда вот мне дадут технику, но это, так сказать, тестовый фонд компании Кускварна. То есть они, если у них есть, наверное, возможность дать мне эту технику попробовать, именно профессиональную технику. Поэтому не пишите эту херню, реально, если, ну, и скажу один раз навсегда, что никто мне ничего за это не платит. Как-то так. По поводу, тоже отвечу такой в комментарии, как бы, что по поводу моей дикции, там, экони, да, то, что я не смотрю в камеру там иногда. Ребята, я не диктор, я не профессиональный киносъемщик, я этому не учился. Я просто обычный человек, который хочет помочь, вот реально, помочь другим людям с выбором. Показать им технику, показать в работе, показать, ну, рассказать немножко о своей жизни какой-то, да. И все. Я, ну, если вам не нравится, что я там пыкаю-мыкаю, выключайте ролик, там, отписывайтесь, там, ну, но не надо постоянно мне писать об одном и том, честное слово. На все комментарии я тоже там некоторые пишу, что я там сознался, не могу на комментарии. Ребята, я еще раз, все уведомления, которые мне приходят о комментариях, я на все отвечаю. Мне очень сложно пересмотреть все видео, перелистать все комментарии, найти ваш там, и вашу обиду, что я на него не ответил. Там, и вы не могли бы определиться с выбором. Как-то так. По технике, ребята, вот сегодня посмотрите там эти все ставки, которые я вам сделаю. Все вопросы, что, как, там, какую-то работу там свою, там, какой-то, я говорю, мы попилим ими, ну, просто у меня на Кускварне на 500, вот на мои 550, у меня здесь стоит 15-я шина, я не могу ей там, ну, смысл пилить на скорость там большие там слэбы, вот как у меня точно есть там полтоши тоже, ну, с короткой шиной, ну, нет у меня, вот на этих 18-й шинах здесь стоит, там 3 восьмых шар, здесь на 325. Крутая цель, вот моя супруга тут снова меня снимает, она вот говорит, блин, вот это самая легенькая, самая классненькая пила, вот, ну, 550-я. Да, она как ходовая, вот ей ходить по такой, ну, она вообще, вот она как игрушечка, вот, по сравнению с этими уже двумя пилами, да, она вообще как игрушечная, она очень мощная, классная, блин, цепи штиль, ну, не знаю, классная цепи. Как-то так, ребята. 562-я, это моя тоже любовь уже, вот она стоит. Тоже в нее влюбился, она тоже легкая, классная, маневренная пила с шагом 3 восьмых, мягкий, рез, комфортный, очень круто пилит. 572-я пила, я повторюсь, она, конечно, по весу тяжеловатая, но она, это более специальная пила, вы на нее можете поставить более длинные шины для более жесткой работы, можете поставить ее на стационарные такие пилами, ну, пилорамы типа Лагосол, то есть, ну, это мощная, крутая пила, которая нужна для тяжелых задач. С шинами там, ну, я повторю, что она с метровыми шинами работает уверенно, классно все. 562-я, это вот для леса, именно при валке, там я уже повторюсь, как говорил в обзоре, для валки ходовая пила. Шины от 15 до 18 вообще будут идеально с ней работать. Как-то так. Что вам тут еще рассказать? Ну, в общем, всем этим пилам есть однозначно место в линейке. Будем тестировать, буду обо всех, если пока у меня их не заберут, обо всех недостатках, минусах, плюсах, буду все рассказывать. Пока что мне к этим пилам придираться не к чему. Работают, и вот пока что, я говорю, реально работа идет на таких твердых породах древесины, на
на фруктовых деревьях, на дубах. Вот, то есть пока что все тяжело. Пока что все тяжело. Также, ребята, я вот не упомянул, может быть, кому-то будет это полезно, важно. Цепь вот эта вот XKC85 точится напильником 5,5. Напильник 5,5, в общем, диаметр. Что, какие правки там, какое что покупать, уже определяйте сами. Я пользуюсь правками Husqvarna. Не буду, там уже занесли мы пока что перед обедом, так сказать, перед перекусом. Отсюда убрали с поля канистры мои все. Так что как-то так. Затекление не забудьте брать. Ну, в общем, ребята, вопросы задавайте, спрашивайте. Еще потестируем, еще будем тестировать, еще попилим более еще в сложных условиях. Просто поставим козел такой специальный, положим на него бревно, чтобы мне было удобно стоять. Потому что здесь мы немножко так тестировали, но в очень таких сложных условиях, неудобно, снега много и тяжело это все, все под наклоном, криво, косо, на каких-то чурках тут поподлаживали. Ну, в общем, не обессудь, все как-то так. Все, ребята, подписываемся, ставим лайки, всем удачи. Всем спасибо. Подписывайтесь, ребята, на Инстаграм. Реально будет интересно, потому что я на этом Инстаграме, я хочу там еще вот, есть интересные такие мини-ролики, буду там в сторис выкладывать, буду из мастерских какие-то, вот у меня просто тоже могу иногда заходить там в Декатор, кстати, в магазин, в мастерскую официальную Husqvarna. Разные смешные случаи, как люди технику добивают новую, всякие приколы, в общем, из мастерской. Все будет там в Инстаграме. И посты, фоточки по работе с пилами, все будет то же самое в Инстаграме. Как-то так, ребята. Все, в общем, всем пока на сегодня. Подпишитесь на канал. Буду выкладывать много видео вам по технике Husqvarna. И, возможно, не только Husqvarna. Буду, в общем, о технике выложить много интересных видосов. Все, всем пока.
Короче, вот, как обещал, будем сравнивать три пилы. Сегодня у нас тут работы прилично, так что нету особо времени. И этот самый. Короче, пилим яблоню. По сантиметрам она у нас, сейчас скажу сколько, ну 30, ну здесь меньше, блин, не знаю, просто особо тут нечего найти, если что, блин, потом еще, может быть, как-нибудь сниму такую. Ну, попробуем хотя бы пока что на это. Мы тут пробовали уже немножко попилить. Ну, такая же толщина, то же самое. Пилим яблоню, короче. Итак, начинаем, ребята. Пила 560 XP Mark II. Так, 550 XP Mark II, 15-дюймовая шина, 0,325 шаг, цепь штиль, пас 1,5 цепи, как-то так. Следующий у нас пила 562 XP, обновленная. Ребята, шина 18 дюймов, 3 восьмых, 1,5, цепь XK. Ребята, вот стружка крупная, чтобы было видно, что цепи острые. Как-то так. Так, следующая пила у нас 572 XP. Сразу скажу, та же самая шина, 18 дюймов, цепь XK, 3 восьмых, 1,5.